Дорогие друзья, через несколько мгновений нам предстоит перевернуть еще одну страницу нашей истории. Истории государства и народа, истории каждого из нас. 365 строчек уходящего 2011 года написаны будто бы в один миг. Но они вобрали в себя всю палитру наших чувств. Огорчение и вдохновение, невзгоды и радости, переживания и надежды. У меня, как президента страны, есть уникальная миссия в эти волнующие праздничные минуты заглянуть в ваши дома и поздравить с Новым годом. Видимо, каждый из вас уже дал свою оценку истекшему году. Кто-то назвал его тяжелым, кто-то удачным. Сегодня уже не имеет значения, каким он был. Важно, что он был. Он – наша история. Победы, неудач, свершений и разочарований. Его не исправить и не переделать. А вот уроки из событий уходящего года извлечь надо. Мы не допустили экономического краха, безработицы, свертывания социальных программ и разлада в обществе. Мы не прогнулись под проблемами, не дали им оседлать нас. Наперекор всему доказали, что являемся крепкой и сплоченной семьей, единой и поистине великой нацией. Мы можем и должны этим гордиться. Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас за понимание и поддержку, за стойкость и оптимизм, и особенно за ваше доверие. Спасибо всем, кто самоотверженно трудился на благо страны, крестьянам за богатый урожай, рабочим и инженерам, строителям и шахтерам, руководителям предприятий за энергию и предприимчивость, учителям, врачам, ученым, всей нашей интеллигенции за вдохновенный и благородный труд, людям в погонах за мужество и чувство долга. Земной поклон нашим замечательным женщинам, чьи забота и доброта согревают наш уютный белорусский очаг. Последние дни года я побывал у сотен детишек, которым нужна помощь государства. Поздравляя их от моей крохотной семьи с Новым годом, я спросил у них о пожеланиях и обрадовался ответу. Они просили, чтобы в моем новогоднем обращении к белорусскому народу нашлось место им, будущему нашей страны. Я им обещал и свое обещание выполняю. В эти мгновения уходящего года хочу обратиться не только к детям, но и ко всей молодежи Беларуси. Любите свою землю, цените ее, оберегайте от невзгод и потрясений. Делайте это потому, что другой земли, имя которой Родина, у вас никогда не будет. Только она сможет вас согреть в лютую стужу и дать глоток холодной воды в жару. На ней жить вам и вашим детям. Дорогие соотечественники, человеческое пребывание на хрупкой планете Земля очень кратковременное. И все же у каждого из нас есть возможность преобразить этот мир и свое Отечество. Надо только сделать правильный выбор того, как мы будем жить. Поставить перед собой цель и твердо, упорно, настойчиво идти к ее достижению – это наш путь. Это судьба сильного народа и жизнеспособного государства. Сделать Беларусь сильной и уважаемой, превратить ее в комфортный, благополучный дом для всех – такую задачу мы определили для себя в качестве наиважнейшей. Убежден, вместе, рука об руку, мы добьемся этой великой цели. Вы должны быть уверены, государство сделает все возможное для поддержки конкретного человека и его семьи. Но при этом мы обязаны четко усвоить – никто и ничто не принесет нам спокойствия и благодати, кроме нас самих. Как будем работать, так будем и жить. И еще. Сегодня самый ценный ресурс – время. Если остановимся в развитии, замедлим темпы или собьемся с ритма, можем отстать на годы. К финишу придут самые стойкие, упорные и выносливые, и белорусы просто обязаны быть среди победителей. Мы способны на это. У нас с вами есть замечательная черта,
чувства локтя. Мы всегда были честны, никогда не предавали ближнего. Все проблемы решали сообща, помогая и сопереживая друг другу. Давайте же свято ценить и беречь это качество. Дорогие друзья, вот-вот пробьют часы, и мы войдем в Новый год с добрыми мыслями и радостными надеждами. Говорят, самые счастливые люди – те, кто слишком занят, чтобы думать об этом. Так давайте не рассуждать, а творить свое счастье. Пусть забота о Беларуси живет в сердце каждого из нас. Пусть дело, которому вы отдаете себя, приносит вам материальный достаток, внутреннее удовлетворение и добрую славу. Пусть бескорыстная любовь, которую вы щедро дарите своим близким, сторится и возвращается вам. Давайте сделаем все, чтобы глаза белорусских детей искрились улыбками, радостью и надеждой, чтобы благополучие навсегда поселилось в наши дома. Счастья, здоровья, удачи вам, дорогие друзья! С Новым годом!